наступил момент оформления двух замечательных аквариумов на 400 литров и на 800 литров. Тут мы подготовились с Максом основательно. У нас кипельно-белый мрамор фракции 1,5. Вот. Будет у нас тут пару внешников. Все по старинке. Здесь будут фронтозы. Фронтозы, самы. Специально сделана решетка для того, чтобы можно было укладывать большие камни. Камни вот эти вот черные. И чтобы он в аквариум попал беленький, Максим тщательно его умывает. Плитка здесь на полу была когда-то черненькая, а теперь тоже беленькая. Макс ломает голову, как лучше сделать. Пока получается вот так вот. Как сделать каменный цветочек. Каменный цветочек. Готовим буриген, который у нас очищался много-много тысяч лет. Просто он лежал за безнадобности. Вообще пропорции, запомните, натрий, тиосульфат идет одна ампула на один пакет. Но в силу того, что нам нужно завтра, мы сделаем концентрат двойной. Сейчас это полежит, с утра повторю еще раз процедуру. Чтобы завтра у нас был буриген. Кто пользуется буригеном, тот познал смысл жизни. Последние аккорды. Заливается живая вода из других аквариумов. Ночку пофильтруется. И завтра можно будет выпустить. Эти бедняги еще одну ночь кочуют теперь 100 литров. Здесь фильтруется. Скоро будет счастье. Завтра будет счастье. Большой аквариум требует больше времени.